сегодня полная замена. Ага. Ну да. Я сегодня прям по традиции три точки обошла. Сын, да. Вот стали иногда какие-то, но все равно. Интересно, сколько она стоит. $330. Она, конечно, уйдет. Она, конечно, уйдет. И вот симпатичный инвентарь какой-то. Сумочка нарядненькая. Цвет. Оно, конечно, безымянное, но цвет трикотажек песня. Вот это что-то красивое. На вставочке узенькая. Это классная смара это. У них очень хорошее качество. У меня есть какие-то вещи смара, я покупала. Сколько стоит? 500. Сегодня полная замена. Просто черного не ношу. Я не ношу черного. Кус. А фасон, конечно, мой. Да, вот они. Выйти, вывести собаку, сходить на базар, если рядом. Вот эти классные. Она прям новая. Прям новая. Я на Кипре покупала и щеголяла. 200. Сколько? 220. Классно. Конечно, по качеству понятно, что это. Что это эта фирма? Ее же кто-то полюбил. Ну да. Ну хотя бирка неплохая. Сильно. А, ну да. Не факт, что это стирается. И сколько же они за нее? 660. Ну-ка. Там ее сильно зашевелили. Она, конечно, суперская. Ага. Да. Отпад. Какой же у нее. А, ну конечно. Она глубоко такая вся фирменная. Как ее фамилия? Кул какой-то чего-то. Да, она просто свободная, но она. Ой, какая она классная. Это хорошая форма? Я не знаю. Но по качеству она классная. И фасон у нее. Вот так вот. Она на меня, наверное. 440. Не, за 200 я бы мерила. Не хочу за 400. В хорошем состоянии. Они, может быть, они не похожи даже на ношенные. Ну да. Потому что вот эта бумажка, она мгновенно испортится в стирке. И я их не пойму. Они как-то белые или немножко не белые. Да. Они как... Больше ну, молочные. Белый тоже имеет много оттенков. Ну да, да, они молочные. Если чем-то сравнить, то ну, это класс. Размер будет на него. И я люблю вот это вот. Ну да, они встречи. Мечта такие. Джинсы. Dreams. Dream джинсы. Джинсовая мечта. Угу. 300 рублей все. Ну да, они, конечно. Они очень... Штапель красивый. 220. Цвет красивый. Очень красивый цвет, 440 рублей. Юбка, не хочу разворачивать, но цвет просто мечта. Как мне нравится ее цвет. 440. Цвета какие красивые. Длинная юбка, 440. А это какой-то трикотаж красивый, не хочу снимать. О, какое шитье, 140 рублей. Каратюшка. Мне их доставать. Ну, какая же она. До счастливых полчаса осталось 5 минут. Так, 380 рублей. Какая красивая. Какая-то Бетти Фэшн. Красивая маечка. Ну, она какая-то искусственная, но 110 рублей. 330. Морячка. В
Кто-то выдрал цену. Маленький размер, но такая симпатичная кофточка. И бирку не вижу. Сняли, что ли? Расписная. Расписная спортивная кохтюля. Классная. Очень симпатичная, спортивная, со светоотталкивающей. 780. Тоненькая. 80 рублей. Какая она классная. Какая она классная. Холли энд Вайт. Что-то такое. Она в отличном состоянии. Плохо фокусируется. Рублей. Взять себе, что ли? Они же совершенно новые. Ну да. 4 тоже 120. Ладно, подумаю. Ситчик. Какой. Для шитья. Салфеточки забрали. Салфеточки забрали. 4 по 30 на вью. Класс. Кожа, да. Ну, такая уже совсем. Извинтажили ее. Извинтажили. Сумчонка. А, тут повыше, по навязи. Похоже на верстак. Не пойму, не вижу. Не вижу фирму. И Версачи показалось. Ну какая-то. 380. А, вывет он. И что, и не подделка? Подделка. Да, подделка. Прям думала, ловит он. Ага, да, летняя. Ну да, это так. Или постирается, или отстирается, или не отстирается. Да, а веселенький. И что? И что? Перестал телефон у меня работать, что ли? Телефончик мой сошел с ума. Переснимаю заново. Вот такая вот юбочка 125. Классная ткань. Но на переделку новая совершенно. Но это не хлопок, вот интересно. И вот такая юбочка деним. Все 125. Вот интересно, джинс, если бы она на пэтчворк, на коврике. А, вот какая для пэтчворка. У меня все для пэтчворка. Катон, катон, катон. Винтаж, винтаж, как по мне, да? По-моему, винтаж. Но вообще штапелечек прям гжель. Не знаю, как ее имя, но такое платьишко венчально-погребальное с блесточками. Классный лен, да. Ну да, клеш. Я, он, какая прелесть. Постирать хорошенько. Чудо просто. Я себя прямо свои размеры недооценила. Недооценила. Ух, ух. Интересно, на кого такие плечи? Плечи даже на меня большие. Или может это так и должно быть? Как бы это... Как бы это заснять? Со спины как выглядит. Такой веселенький. Не, он, наверное, такой фасон, наверное, так и нужно носить.
цвет шикарный. Вот это 22,60, да? Да. О, отлично. На 3 рубля. Ага, сейчас.